В Ханты-Мансийске сегодня стартует заключительный этап всероссийского конкурса профмастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Это тренеры, преподаватели школ искусств и другие специалисты, которые помогают детям познавать мир. Всего 60 человек из 36 регионов России. Учителя дадут открытые уроки. Напомню, в прошлом году победителем конкурса стал педагог из Нефтеюганска Александр Молодежников. Вот почему в этот раз мероприятие принимает «Югра».